Всем привет, ребята! Сегодня у нас продолжение GTA, и мы ищем по заказу машины, по заказу наших зрителей. Сегодня мы, по-моему, нашли XM BMW. На заправке кто-то оставил, естественно, для видео мы уберем, в жизни делать так не надо. Первый раз, честно говоря, вижу эту машину, даже на картинках не видел. Белый салон. Егору салют, твоя мечта сбылась. Воу, давайте заедем на парковку и посмотрим, что она из себя представляет. Просто огонь машина, какая-то двойные цвета, так багажник открывается. Значки BMW сзади, спереди мотор просто закрывает всю полость моторного отсека, всю просто, нету живого места. Расцветка какая-то идеальная просто. Салон белый. Затонировано просто в хлам, вся черная, ничего не видно. Ну давайте, ребята, исправим немножко эту машинку, поправим. Сделаем тюнинг. Хотя тюнинг сейчас проверим, как она едет. Чувствую, тюнинга тут и не нужно, только перекрас и ремонт, который, скорее всего, будет. Опа! Надо еще фары зажечь. Так, зажигаем фары. О, да, по-моему, здесь тюнинг-то и не нужен, ребята. Здесь тюнинг не нужен совсем. Только перекрас и ремонт. Сейчас приедем в кастом-сервис и все исправим. Ну-ка, сходу. Очень крутая машина, быстрая. Чем-то напоминает Кодиак, кстати, Шкоду. Сзади. Ой-ой-ой, простите, девушка, мы не хотели этого делать. Это просто... Водитель отвлекся. Давайте заедем вот сюда. Опа! И спрыгнем. Надеюсь, что без повреждений взрыва. И вот он кастом ждет нас сверху. Живая, отлично. Даже колеса не улетели. Понеслась. Заезжаем в кастром. Василий, открывай. Открывай, Василий. Надо перекрасить. Ремонт. $240. Для BMW это вообще ничто. Копейки. Тормоза поставим. Хорошо. Двигатель улучшим. Хотя можно и не делать этого было. Кстати, так, окраска. Резина стоит Мишлен. Крутая. Какие цвета у нас есть? О, у нас полоски не уходят. Значит, надо что-то на контрасте делать. Красный вообще не BMW. Розовый, желтый. Что еще? Зеленый. Синий. Вот вроде BMW-шный цвет, но с черными полосками не смотрится. Что еще есть? Бриллиантовый синий. А мне кажется, это то, что нужно. Да, на контрасте. Просто крутая, злая вообще машина. Ноздри во весь капот. Ну что, поехали. Нас уже ждут полицейские. Опа-на. Ну красотища, красотища. Капот тоже горбатый такой злой. Погнали, ребят. Капот откроем. Багажник откроем. Ну такая, да, неплохая получилась у нас раскрасочка. Диски просто классные, оригинальные. BMW-шный. И вот эти два значка сзади меня просто радуют. Интересные такие. Ну что, куда поедем? Выбираем карту. Понеслась, ребята, навстречу приключениям. Так, нам навстречу едет полиция. Давай-ка мы срежем. Давайте-ка мы срежем вот здесь и выпрыгнем на трассу просто сходу. Опа, она! Чуть осветлилась. Вертолет от нашего прыжка задел лопастями рекламный щит. Ребята, вы видели это? А мы могли и на него налететь, кстати. Так, пока без потерь. Пока все есть. Двери на месте, капот, багажник на месте. В разрыв. Извини, парень, подтолкнули его. Больше не будешь хулиганить. И прыгать не будем, чтобы раньше время машина не разорвала. Тихо. Встречки. Обходим. Проскакиваем. Раз удар. Два удар. Уходим. Нас ждут шипами. Аккуратно. Все-таки пробили заднее право. Пробито. Уходим на встречку.
крутит, ребята. Когда пробито заднее колесо, хотя бы одно, и задний привод, это все будет крутить. На скорости уходим. Поддают нам знатно. Пока все на месте вроде. Капот. Посмотрите, какая. Они пытаются нас полностью... Смотри, по-моему, бронированная машина. Отскакивают пули. Вообще ни одного повреждения оттуда. Да, капот потерян. Но скорость все так же. Так же хороша. Удар. Отлетел все-таки. Так, правая дверь отлетела. Задняя. Мы застряли, нет. Оу. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, что происходит, ребята. Мы застряли. Нет. Только живи. Ну, давайте смотримся. Полное ускорение. Надо где-то скрыться. Что тут такое есть, интересно? Ой-ой-ой, просто лобовое. Лобовое. В разрыв надо сюда. Уходим в разрыв. Опять застряли. Так, парковка. Круто, поднимаемся на парковку, ребят. Там, скорее всего, есть трамплин, и мы так уйдем. Интересно, они за нами поют на парковку, на самом деле? Будут с нами прыгать за компанию? Так. Проскакиваем. Ну, дымится уже, кстати, ребята, у нас капот-то. Движок дымится. Так, пробито два колеса с правой стороны. Одни диски остались. Аккуратно проходим, вписываемся в повороты. Машина разбита. Один фонарь у нас тут. Вот она и трамплинчик. Столб минус. Так. Ну, судя по звукам, они тоже поднимаются на парковку, ребята. Надо быстрее сматываться. Минус еще столб. И разгон. Минус. Три столба. Прыжок. Прыжок не сработал. Опа-на, ребята. Ну, машина жива. Нам надо сматываться, ребята. Они все остались в парковке. Мы их победили. Машина живет. Минус одна дверь. Минус два колеса. И я думаю, что... После вот этого проскока через автобус мы будем с вами прощаться. Выбирайте свои машины, про Mercedes помним, про Ford Kuga помним, пишите еще что-нибудь. И до новых приключений тест-драйвов GTA.